удал СС. Ты должна бурстить на миллион минимум, а у тебя что-то... Что-то не так. Ты где-то что-то не нажимаешь. Нет, я все нажимаю. А все у тебя 4 профа? Т4 у меня прям... Я бы не сказала, что супер апает меня. Ну, оно такое, среднячок. Говорю, 4 у тебя профы? А, да, 4, конечно. А ты на жезл посмотри на него. Это не важно. Это все мелочи. Ну, как, но у меня, кстати, урон поменьше, чем у Зоркова, потому что мы с ним сравнивали, когда эти... Куда меньше. Ну, наверное. Ну, просто хотя бы из-за посоха, потому что у него есть 39-й вепон, в котором уже больше СПДшки, чем в твоем посохе, плюс у него есть оффхенд. Что, поехали? И радийский обстрел у него сильнее дамажит, чем у меня. Поехали. Поехали. Давайте не оботрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Так, а кто у нас? Приз еще здесь спалит, правильно? Да, приз спалит. Либо ты, Курас. Не, ну приз. Я тут и так постоянно с салом бью. Что вот кстати, сделать надо? Здесь нужно раздражаться, когда она тебя сало вешает. Меня прям супер бесит. У фейки, кстати, 11к ДПС у меня показывает. Да, но это типа, ну, мало. Да, она должна больше набор тебе давать, мне кажется, 15. Просто что-то опять отстаешь. Я в сале постоянно, а у тебя ж, блядь, нету сала, ты ж рога. А побрались, блин! Всех. Ну, сказали раздражаться надо. Все правильно, нормально. Но только ну, у тебя же не сало было, дамажит. А параллель. Фейп дамажит вон. Значит, у него не было. У так, Розы а у него нету не сала, у него нету сала. У милишников-то нет, конечно. Что за фигня? Что за у Фейба фигня? Нету сала. А паралич у него есть? Паралич нету. Есть, но он спадает сразу же. Угу. А сало, типа, на руку не действует, только на паладинов. Дима, знаешь, какая есть проблема? Я это... Рану эту накидывать тупую. А я здесь при чем? Мне что, расцарапать ей заднюю ногу? Да. Я только переднюю могу. Поцелуй, целуй ее в живот. Ниже, вот. Вот это типа когда уже попал? Попал. Блин, меня не диспелили, 2 секунды, вы видели? Чуть самому не пришлось. Рос, дай ма. Написали. Роза не диспелли, все, я понял. Я дал ему, кстати, и сало все равно пробило. Оно не работает, кстати, оптикс. Не знаю почему. Паралич. Ну ты видишь, да? Вижу, говорит. Это какое-то другое, это походу физическое этот сало. Иногда такие вообще бывают? Ну, разные типы бывают. Типа, именно понял, что, разные понимаю. Типы пробития есть. Ого, смотрите, они уже закрыли следующего босса. Да, не, раньше начали, нет? Да фиг узнаю. Но мы их все равно перегоним. Ну, если... Или нет. Паралич опять. Чё так нет, часто-то? Нет, тоже накинулся. Не-не, дрыщ, да, ты ближе я... подойди, ты подойди в миллизону, тут паралич не бросается. А, за то, что ты тогда. Не шоты. Ну, типа, она реально не дамажит особо. Просто сало будет. Но там паралича что-нибудь. Дрыщ, подходи в мелизону. Я чуть поближе подошел. Не, в мелизону, ко мне. Видишь, где я прыгаю? Вот сюда остановись. Сейчас мы добьем уже босса. Уже поздно. Так, все, пойдемте, надо этих другую команду обогнать. Что там выпало? Хрень выпала. Короче, ладно, забирайтесь. Согласен. Все, я бегу на нитроускорителях, мы их сейчас обгоним, давайте быстрее. А давайте просто не пойдем на оперу, и тогда мы их точно обгоним. Нет, надо убить. Мне опера не нужна. Мне тоже не нужна. Я не знаю, может... Кому нужна? Знаешь, кому нужна? Не, ну там вант хороший падает для фейки. А, ну давайте. Вант это что, типа... Что это было? Это Оптикс решил суицид. Ладно, у него тактика какая-то есть. Своя, да?
Ну я не знаю, я особо не шарю вот тактику мобов на каре. Я вообще не шарю, что-то. Вот, пацаны, тут пришли новые. И кидай. Кстати, почему их только трое, если их должно быть пятеро? Мы убивали уже двоих. Я не убивал. Нет. Так, знаете... Ну, значит, не убивали. На постере фильма «Трое» нарисованы четверо. Дживс, у меня есть дживс, я поставлю. После этого трэша пить пойду. Рос, танчи лучше, я тебя догоняю. Агро. Ты меня по ДПСу догоняешь, а ну отстань. Все, все, нормально, меня оглушили. Все хорошо. Ну все. Будешь знать. Меня так Дон перегоняет, но я типа скидываю на то, что у него типа 2Т4. Ну нету. Все у тебя есть, просто это, ты не надеваешь. Когда я тебя осматриваю, не надеваешь. Резко снимаю. Да. Макрос, наверное. Ну, конечно. Ой, бой начинается. Кто трэш спалил? О! А это, кстати, кто первый бежал? Я не знаю, кто первый бежал. Он сдох. Тут только один остался. Моп, я его пока застанем, мы сейчас к тебе прибегим. Не я, говорит мертвый Оптикс, от которого отагрились все мобы. О, там это. Продавайте меня, продавайте меня. Да давайте их нахрен, может, убью. А, не, все. А, еще и Донт всех спойлил. Ну вы красавцы. Еще бегут снова. Не бегут, все нормально. А, срезай нас. Да подожди, тут у нас моб, его нужно убить. А ну, Войт, давай, танчи. Давайте там, вот где моба, мы сейчас бьем, там и останемся. Убьем его и. Ну да, убьем моба рез. Может, легче самануть? Бой, ты думаешь, ты в медведя да? Больше бьешь, чем этот? Давайте суманим. Чем в сове? Вставайте, мы вас суманим. Да, вставайте, мы вас суманим. Так, я ставлю дживса, там просили. Я выручку суманим. Ну тогда тестну. Ну тыкните. Рос. Я альфа суманю. Я Донта. Кто еще? Еще оптик остался. Оптикс. Рос, тыкни. А чё я? Давай ты. Ну нет никого больше. Я главкила суманул. Ты этого ореха засуманил? Ну вроде да, но я пока тебе тыкал, может я в другого попал. Вроде всех суманул. Да на самом деле, типа, ну я не знаю, чё Донт не хочет, чтобы друид потанчил. Нам-то какая разница? Все равно ДК падает, как и ватный. Подожди, но у нас не будет 10% силы атаки. Потому что я не на меме. Я сурф. А зачем ты сурф в 2Т8? Зато 5% крита будет. У миликов. Я... От мишки. Так, а Донт спирнется в мема, просто по секрету. А-а. Только новости. А ну хочу не сейчас, типа, чтобы был 10% апа у всех. Я дамажу. Где фейп? Вообще? А вот фейп. Вообще. У меня на компе сурф мейн. А и, ну всегда, я не о том всегда, говорю. У меня на паладине был. Тоже ретрик мейн, но я танчил уже все время, потому что команде нужно. Вот сейчас. Действуем ради команды. Всех агрим или нет? Я бы всех агрил. Я бы тоже. Ну, у нас два ретрика, в принципе, можно. Два ретрика, рога, ДКш. Вопрос потанчил? У нас достаточно, у нас это большая мили-пати получается. Ой, отойдите, там луч. Да их надо, главное, из луча вывести. Ихнего. Из ихнего луча. Ой-ой-ой, там луч стоит, вышли все. Нет времени, мы дамажим. Понял, приз умер.
А, просто еще одну пачку использую, да. И сейчас танк. Танк дай БР в главхила быстрее. А, блядь, БР в приста. Прист еще в этом. В Ангеле был. Все, БРнули. Ну подними факин мэда. Ну блядь, ну зачем мы его поднимали, если он не отхилил? Добейте уже кого можете. Добивай, пытаюсь. Нет. Не заходи, не заходи. Тысяч. Идеальный выйдет с этого с места. На тебя побежали. Фейка тоже. Все выйдете. А фейка вроде рядом с нами была. Главхил, еще раз выйди. Вообще, престовская форма, она же отменяется, правильно? Да. Да. Когда говорят БР преста, нужно отменять форму свою. Как он может хилить в этой форме же, какая разница? У меня в этой форме мана бесконечная. А типа хилишь с такой же самой эффективностью или даже лучше? С такой же. Телепорт, главный ход, побежали. Нормально, да, побежали. Блин, а я в какой-то момент даже подумал, что мы вывезем. Но что-то... Пошло не по плану, да? Да нет, если бы, на самом деле, если бы идеальный не встал... То он потом бы нас резнул. Не, если бы идеальный не встал, то дали бы БР идеальному, он бы поднял танка. А Хаприс, походу, что-то не сильно поднимает танков. Меня запиздили. Смотря какой билд. Нет, у меня билд через другое, через обновление, поэтому хреново. Ой, да боже мой. Давай-ка я чипну. Ты косишь под друида, я понял. Да, я. Ну, прозорливость-то есть. Одно связующее, великое костюм. Так я это и сделал, я велико не успел. Не, у него просто велико не загрейжено из-за этого. Бля, спасибо, а я еблан, я же мог каплю дать в ДКшку. Ой, ну забыл. Да, два ретрика могут. Что угодно мог сделать. Не, я возложение дал. Типа на нем был баф возложения, думал, этого хватит, но он все равно согнулся. Хочешь на Мишку давать каплю, флешку? Да, давайте, ФДКшка, давай в ФДКшку, а Мишка. А, сова Мишка, давай в Мишку, сова Мишка. Да. Сколько я еще и рыбу поставлю? Две недели или три. Ее. А главхил Велема. Угу. Я не знаю, я варечке не доверяю. Че, хэпал будет? Я хочу ФП. Ну че, пусть ФП. Вот, видишь, у него это... Ну, почему он не может поднять танк? 0 из 5. Кстати, я не могу тыкнуть и посмотреть, что это такое. Ну, это редкость очень, когда увеличивает влияние дополнительных эффектов исцеления на ваше заклинание Великое Исцеление на 8%, а на связующее исцеление на 4%. То есть 5 стаков на 40% больше тебя хилит Великое Исцеление. А че, ну, великое, по-моему, там не так, скалит. Великое? Ну, редко. Там, типа, увеличивает ваше... влияние дополнительных эффектов исцеления, я вообще не очень понимаю, типа, формулировку. СПД. Ну, second spell, это только не damage, а СПХ. Second spell heal. Так, у нас получается сейчас один хил? Нет, два. Выручка. А кто два? Второго назовите мне, кроме главхила. Ну, выручка. Он ШП. А он ШП. Он только что спекнулся, он был до этого в хиле. Угу. Да, ну, по-моему, не ну, поменяло. Не, я о том, что типа эффективность сила-то не особо поменялась. Идеально прохиливает нас или нет? Да, выручка в ШП форме прохиливает, как и раньше, в принципе. Я шучу. Я шучу, лучше, конечно. Не, ну меткости как бы и меткости нет, и 3,5% крита вообще. А, бьют, меня бьют. Меткость есть сейчас. Ну, сейчас есть, да. Ну вот пока есть, дамаж.
Давай всего два мага, типа, а постри сколько миликов. Да, я согласен. Ну, теперь три, правда, мага, но все равно меньше, чем миликов. Я согласен, что для эффективности нужно... Успехнуться. 5% крита было у миликов, я согласен с этим. А Дайси дает какой-то баф своим этим 4% там, или это только комбаты? Комбат. Комбаты только. А, Дайси бесполезный. Не обратно? Да. А я не знаю, нет, а что здесь? Здесь же вообще нету ничего, что нужно хилить. Конечно, глав хил прохилит. Сразу милики, смотрите, урон пошел. Ну, я так предположил. Это, а если у меня вкачано наложение чар, то когда я масло юзаю, оно мне на 2 часа и вешается. О, кстати, нужно обновить, я забыл. Только. Печально, мать. Так, на кого СС? На главхила? На главхила есть вставалка? Да, да, на главхила. Ну, если вставалка есть, то что? Ну, то танк у нас не умрет, если главхил не умрет. Так у него есть вставание, наверное. Да нету, он кидай. Нету? Ну, не, хорошо. Он показывает, что есть. Ну, у меня тоже. Все, я кинул. Сказали. Это Акьеро, сейчас посмотрим, а кто там у нас. Джульетта. О, сейчас эту убьем, потом второго бьем, а потом, типа, одновременно надо убить сейчас тебя. Не-не-не. Ну, у вас я бы... Можно с пула вообще давать. Ой, ладно, давай с пула. А уже не что-то. Надо, его все равно нету в этом. Давайте на лав. А я просто, ну, типа... Просто здесь нет никакой механики, которая давайте требует... Давайте обязательно. Что за обрушение? Блин! А, подождите, а у нас теперь еще и это, 13% магического урона нету, да? Надо вешать мне. Так, а что ты не вешаешь? Ну, теперь буду вешать, я до этого не знал. Блин, какая полезная сова все-таки, а? Как ретрик. Не знаю, это полезно с ретриком. Я, кстати, вообще не знаю, что ретрик дает. Он там что-то подряд, все подряд дает. Он все дает. Все, ну, что там, надо. Да, надо всего. МП5 дает. Че, ты еще? Постоянно по мане садишь. Я че? Не помню, ну хасту дает. Какую хасту? 3% хасты. Всем? Угу. Это как у совы, там тоже такая же фигня есть. Оркан магов. А у совы там тоже какая-то хрень есть. Нет, сова вроде не так дает. Ну, то есть 3% они... урона у совы, как у комбата. У комбата 4. Может быть, у совы тоже 4. А где у совы? По-моему, у совы такого нету. Нет такого, что-то он привирает, по-моему. Вот у ретрика, если сказать, я бы поверил. Не, у ретрика нет. Она дает, что там, армор режет, да, или что там? Ну, у ретрика ауры вот эти вот, которые аура каста, она тебе же там миллион хасты дает. Ничего не дает. Так, сейчас появится два и Ромео и Джульетта. И хауешь, правильно? Одновременно, да. А, так они не одновременно появятся. Сейчас появится этот другой. С опозданием. Блядь, написал Геру и побежал вперед. Сука! Сдавай твой шанс, АУЕ. Блядь, у меня Пета застанила. Да ты понимаешь, я пока писал Геру главхилу, меня перс побежал вперед. Да девичка.
Да, 4. Нормально, Дима. Я еще не вижу, подожди. А, да. Ну слушай, накручиваешь. На ком? Я в солд таргет бью. Ну видишь, у тебя одна Т4 есть, а у меня нету ни одной. Сейчас за 2 Т4 полутаю, потом посоревнуемся. Чего это одна Т4? Ну я не знаю, у него он выбивал же себе одна Т4. Так она ж ничего не делает. Бля, это дохуя статов, очень много. Я даже не ношу, у меня 239 больше статов дает. Нет, 345 больше. Как ты так считал? Вот так вот посчитал, что мне так удобнее. А сейчас еще кого-то бить? Сейчас все. Сейчас появится шмот. Где шмот? Дайте шмот. Есть что-то? Ой, я что-то забрал. Выручка 4,5 кдпс. Так я в холле, Еще я подойду. В смысле в холле? Что ты имеешь в виду? В холле шмоте он имеет в виду. А у тебя нету шмота? Так что, мы падаем? Да? Конечно есть. Не, падаем. Не падаем. Так как понимать? Вздыхаем и вначале заходим. Там запятая между ними. Вот ты, конечно, я плохо озвучиваю, если бы ты... Лучше бы Альфи ралила. А че, мы как, через потайной или нет? Или не так? Да слушай, сейчас поднимемся просто и все. Зачем нам через потайной идти? Нам дольше бегать, по-моему. У нас трэш уже весь убит. Кто мисс умер? Трэш уже весь убит, но при этом Верочка кого-то спулил. Это мастерство, понимаешь? Еще кто-то спулил, фейка. Где фейк? С детьми, наверное, нянчится. Ой, я лучше разлил под себя. Сейчас включается плотник. Я бы снизу сагрил. Пиздос. Давай сейчас в угол встанем. Ну, встань ты за угол. Да, ну пускай я так нормально встану. Блядь. Там кто-то упал, Я спрыгнул вниз. Да. Ай, нам помянем. Ой, хорошо, у нас сейчас эта репутация повышена. Чё? Ну да, 4 минуты еще. Ну, вместо 15 дают 18. Как-то большой бонус. Где вы это смотрите? А, да, слушайте, лол. За что это дают? За перезагрузку. А, так мы должны наоборот им спасибо сказать, а мы, я рофлил над ними, извиняюсь. Если нас слушает администрация, сори. Трибут-то короткий, а плюс-то какой невероятный. На целый час. Угу. На час? Угу. Блин, а мы час уже здесь, типа минимум, с первого ребута. Да я говорю, может, на полчаса давали? А не, на час. А ребут был буквально вот, когда мы трэш чистили. И то, типа, не самый первый трэш даже. И не второй трэш. Да точно на час дается? Ну, точно на час. А по-моему, слушай, нет. Реально, мы не могли сейчас, типа, 21.35 всего лишь. Может, не всего лишь, а целых 21.35. Не, ну вообще целых, но относительно ребута всего лишь. Так нет, давайте, ну давайте, смотри, так. Типа, как раз в 20.35 был ребут, когда мы убили первого коня, правильно? После этого нет, дали ребут.
Ребут был, когда мы на лестницах стояли и чистили трэш. После этого Малгрейм или как там его. С которого часы падают? Не, после коня, ты чё? После коня был ребут, донт. После коня был ребут. Это значит, у меня тут лагало? Понятно. Ну вот, после коня это как раз было где-то 20-35. Угу, да-да-да. Просто мы медленно бьем. Тут один ретрик старается, и все. Есть такое. Какое именно? Орех или нет? Не, не орех, я. Пепперефа, орех. Вот так вот и создавай ники. Чем проще ник, тем меньше шансов, что тебя назовут долбоебом. Не знаю, у меня длинный ник, я просто типа решили его не читать. Ну, видишь, у тебя длинный ник, но в целом начало-то читаем, а вот у тебя донты читают. Да, блядь, у меня был ник со вкусом роз, блядь. Хуй меня кто называл так, блядь. Ставок мы называли. Да, Ставок, это лучшее, что они придумали. Поэтому у меня короткий ник. Поэтому в этот раз просто роз. Да, видишь, в этот раз у меня тоже короткий ник. Я типа учусь на ошибках. Так что еще ретрик-то дает? Я, чтоб знать. Для... Ну, он капли дает, сакру, нет, ну, мастера, урбом. Я имею в виду для рейда дает. Ну, хасту и МП5, и все. Не, там еще что дает. Может, что-то еще дает. Кулак. Пассивно. Ну, больше ничего вроде. Ну, что-то что дает. Да, по-моему, хаста МП5 уже хорошо. Сурф вообще просто хосту... Ой, просто МП5 дает. Вроде ничего больше не дает. Вроде не, ну комбат, комбат дает 4%. Комбат. А мутик, да, мутик беспонтовый. Не знаю, зачем вообще мутиков делать? Ну, он ДПС дохрена. Ну, бля, просто. Типа, насколько дохрена? Ну, прям топ ДПС. Не, ну это потому, что у тебя меткости нет. Т4. А в обычном, типа, Т10... Да, я тоже помню, что типа, у нас в ЛК типа мутики да, давали на уровне ретриков. Ну, типа, ретрики заебись дамажили, но типа не прям, чтобы прям выручки. Верочка, начни дамажить уже, пожалуйста. 4К, что это такое? Это, кстати, должен Бонд спрашивать, это его интонация. Ну, я не вешаю 13% на трэше. А чего? И у него получается вообще ничего нету в вэрочке. Это же твой самый сильный спелл, типа как ты можешь его не вешать? Ну а что мне, одно ККД тратить на то, чтобы моба одного 2000 приму дать? 2000? У мобов по полляма ХП. Ну? Даю я, дает фейп, дает ДКшечка. Что дает? А мы же все магии бьем. Ну, у меня химера бустится из-за этого. Да, 20%. Мне вообще, знаешь, типа, как бустится моя освещение, типа, экзорцизм, печати. Ну, кстати, я не уверен, что, печать это магия, потому что печать это хуйня. Но у них, они считают махкрит. Нет, нет, нельзя в анхоле. Ну, вот, смотри, вот у мобов 187 тысяч. Что, мне на каждую вешать? Нет, ну, блин, я тебе говорю за нормальных мобов. Вот на вот этого. На сифонника. Ой, не на сифонника, ну ты понял, да? Не, ну это понятно, я знаю, ну на эту вешу, конечно. Ну все, вопросов ноль. Ну, остальные... Вот видишь, Верочка задамажил, только ты повесил 5. Так я не через него дамажил. Начал, дамажил бы через него, еще больше он дамажил бы. Так я через него дамажил, ну я дотки на нем. Говорит, я не через него дамажил. Ну нет, я через него дамажил. Ну я типа нет, так, через... а попиздеть люблю. Через него я дамажу этим. АОЕшкой. Спартамастер. А не хотите врубить какую-то музыку? Потому что я хочу, но нету этот. Есть заказы? Что хотим тебе послушать? Я запущу. Я
Джайро какой-нибудь. Король и шут, король и шут, давно не слушал. Раз в месяц хотя бы нужно слушать король и шут, иначе... А, кстати, кикайте, дайте волшебные аномалии, можешь кикать косты? Не, давай король и шут, только хорошие. Нет, нет, давайте что-нибудь другое, давайте лучше Maybe Baby. Ну давай. Как так и писать? Это Maybe Baby? Такое? Ну, русский рок, наверное. Хуй, да? Название как будто русский рок. Белые столбы включай. Maybe Baby белые столбы? Не. Вряд ли Maybe Baby. Нет, кстати, я бы тату послушал. Вот мы недавно говорили о тату. О, я вот послушал тату, это, блядь, гениальная тату. Группа, да, просто. Согласен. Я какое-то время арабам показывал русскую музыку, пиздец, они от тату тащились. Бля, прям. Ты тату, это типа там же всемирно признанная группа. Я охуел, когда это узнал. Я думал, что это просто типа песня моего детства, оказывается, нихуя. Они же там, ну, они по всему миру концерты давали вообще-то. А в каком году они на Евровидении ездили? Какой-то старый, там, типа, 13-й, 12-й. По встрече... Бля, это не то, что я хочу. Такое нужно прибавить. Мне кажется, еще раньше, не 13-й. Мне кажется, год 7-й. Возможно. В 2005-м где-то. Да, как тогда в 2005-м ты мог вообще, это группа моего детства? Ты тогда еще под стол пешком ходил. О, 10 лет было тогда мне. Ну, ну хотя, а мне, да, мне пешком, где-то 12. Пешком под стол ходил, да. Я вам говорю, а у меня, кажется, микрофон что-то не работал. 2004, по-моему. Сейчас я загуглю. Не гугли, ты же танчик. В каком году тату да, выступали, блядь, на Евровидении? 2003 год, извините, пожалуйста. Я был ближе всех. Не, в 2005-м они выпустили вот эти вот хиты их, которые там типа нас не догонят. Нас не догонят, ну да. Мне кажется, это где-то в том районе было. Я думал, это вообще в 90-х, блин. А мне, да, они... мне кажется, что они всего попали на Евровидение из этих хитов. На козовряд. Вообще, по-моему, логично. Их из-за этого и пустили на Евровидение. Вот мне тоже так кажется, что они типа прокачались, а потом это их, типа, ну давайте, ребят, выступайте. Обычно наоборот бывает с Евровидением. Ваш вариант. Там говорят, с бородой надо быть. А вот этих прав нужно? Нет. Блять, там, короче, у меня не получается запустить целую низкую песен. Получается только одну. Подожди, а как это? Просто включи какой-нибудь тату там это... А ты где включаешь? На ютубчике? Нет, я просто включаю в Груве. Я пишу тату, типа, лучшая песня. Play. И находит вот эту. Наверное, это лучшая песня сейчас, тату. Сейчас. Благо у меня бот выключен. Чё, а давайте я рыбу пока поставлю. Да не, пока я с тату разбираюсь. Да нет, ну я не знаю. Фейка спрашивает, ей на замену идти, нет? Не, это не надо. Зачем? Не, не надо. А что там с Райзом порешали? Давайте робот-робот. Подожди, подожди. Что робот-робот? Робот, ты хочешь песню робот-робот? Да. Вот у вас здесь хорошо, это прям уютно. Потому что я вернулся. Да ты-то чё? Нет, я рад, что ты вернулся. Подожди, сейчас музыку это скину. Мы с Кубовым хотели ворваться в Ульдуар к Легионам. Но мы передумали. А он не хочет, он, блин, видос что-то пытается закинуть. Ай-яй. Где оптик? А ты какую ссылку? Ты типа копировал короткую ссылку или длинную? Ой. Это не то. О, 168 песен. Давайте убьем босса и после босса сделаем перерыв и там делать, что хотите. Подождите, но играет что сейчас? Да, что-то играет. Я сейчас скипну, оставь. Да, надо скипнуть до того момента. Нет, стой, я скипну, нормально.
Да, это уже они играют. Да, это... Все. Так, сейчас я на секунду. А, знаете, насчет 2005-го? Да, в 2005-м это они уже, наверное, вот эти песни, типа, все свои русские, переписали на английский, которые стали намного лучше, кстати, чем русские. Любая песня, мне кажется, лучше на английском, чем на русском. Вот послушай, вот реально, типа, даже я сошла с ума, ну как она лучше звучит на английском? А ты знаешь, что эту песню спиздили эти... Одна группа американская. Они перепели ее. И это сейчас ее поет Тату. Ну да, ее, короче, спиздили эту песню, мотив, и подавали на них в суд продюсера Тато. Группа, этот, блядь, Good Charlotte. И проиграли, да? Ну, конечно, проиграли. А там прям просто откровенно было. Хочешь, чтобы Дон сказал, что он отойдет? Ну, с Дон вроде отошел. Играйте по тактике. Да, в огонь себя бьем. Блять, а Ретрику, конечно, бить сейчас бы огонь. Ой, блять. А мне мутиком. А мне. Давайте бейте. Вам бы. Мне бы ваши проблемы. Я в этом, блядь, ебучем. Не хочу петь уже весь день, блядь. Ну, хил вообще как бы в соло хилит. Кстати, блять. Иннер в него зальешь, как только он там типа 70% маны. И не будем оставлять этот астральный один. Вот будем сливать фул. Вы понимаешь, что сейчас выходят эти астральные охуятина? Вот я на них повесить как бы повешу, а у него уже 50% хп. Не, на них можешь не вешать, ну они слишком тонкие. Ну, Дон, по одного хила нам нужно будет сливать огонь, который будет на перегрузке. Окей. Но под такую песню не убить Иннер, Иннер в этого угла хила. Давай на перезагрузке, ладно, на перезагрузке. Это ластовая? Да, да. Геру сливаем огонь. Не очень. Тактика. А у нас нет выбора, мы в одного хила, иначе мы просто упадем. У нас хила уже полманы. Я понимаю. Ну просто, я не знаю, кто спулил, типа, но это хуёво была идея, супер. Вон, я скинул в Дискорде с плагиат. За которые судились. Да пох. Ну, она на самом деле прикольная песня, но типа если не знать. Подожди, это не Тату уже. Это. Блядь, я забыл, как группа называется. Happy Birthday песня, но это не они. Да можно скипать. Ну сейчас просто у нас бой, так потом скипаем. Ну нужно скип написать, да? Через восклицательный знак? Да, просто слэш. Через слэш. Скип. Подожди. А по-моему это Тату по голосу. Это Тату, но это не их песня. Ну это кавер, значит. Ну понятно, ну ладно. Че сказал, что это не их песня, а не у них спиздили? По-моему у них все пиздят. Не-не-не-не-не, это точно не... Сэмпл не их. Это американский сэмпл. Который спиздили у Тату этот темпл. Ок, ок. Который Димпл. Сэмпл Димпл это что вообще? Не, это так, кстати, как раз всегда сэмплирование. Там другая, ну, типа, ноты переделали немного по-другому. Это хуятина, в которой... А не, нихуя, нет. Просто кавер. Все нормально, в одного хила. Также за 2 этих, за 20 кона перевели. Ну то есть можно было и в 2 хила идти, да? Да не, могли в 1 хила идти, повсегда.
раньше. Урос, тебе потом после рейда придешь помогать. В одного хила, глав хила. Да. В одного идеального хила. Ой, все, перчаточка Т4 на меня, давайте. На меня. Просто, это победа. Дай перчатки, дай перчатки. Да я с ролью, да, дальше, я с ролью, не волнуюсь. Я на пристане видел. Так, открываю сумку и смотрю на перчатки. Что, давайте сизой выйдем. Оптикс, оптикс, дай перчатки. У нас перерыв или нет? А, нет, давайте сейчас за и выйдем трэш, а потом, если что, сделаем перерыв. Я не знаю, сделаем как... мы... Сделаем мы это просто. Мы бежим и поднимаемся там сразу на ступеньки. И как можно дальше сюда уходим, там отдаем бопы. Я диван отдам. Ну, ой, да, диваны. Кого можно резать? Поднимаем лок, если что, сумонимся. Кому СС дать? Себе? На хилу уж какому-нибудь. Единственному, наверное, глав хилу. Че, в одного хила весь кражан решили пройти? Так мы же сейчас резаться просто будем, что-то мы хотим пробежать там. Ну, понятно. Дал глав хилу. Так, ну вы готовы? Потому что я побегу сейчас на ботинках и буду не, все пулить. Не, стой, Оптикс этот, скинул нам этот. А кто спулил? Это кого я. Спулил? Зачем? Да я не видел. Он в инвизе хотел пройти. Так и задумано было. Ну побежали тогда уж. Пока возвращаются, вроде не должны запрыгать. Кто зашел? Тон, давай, сейчас ряд. Че, успел кто-то добежать? Ну, я почти до конца добежал. Это уже по кругу. Это скипаем. Стой, стой, стой. А ты добежал. А, это фейп. Слушай, по-моему, по кругу одно и то же играет, нет? Ой, как я хуёво диван дал? Или нормально? Там, нет, супер хуёво дал диван. Плейлист. Или нормально? Я нормально дал диван. Сейчас Оптикс попробуй ножиком риснуть. Я дал хороший диван, успокойтесь. Или нет? Бля, я не знаю, где волшебные стоят. Все, а как видно с ресницы? ВР-очка с дивана, вот. Только идет, осторожно. А кто? Уходи, уходи, уходи в угол. А у нас лок есть здесь? Нету, я вон лежу внизу. Ну внизу мы тебя резнем сейчас. Ну внизу я на лестницу забежал, на подъем лестницы. Ну все, я пошел тебя резать. Давай, ручка поднимай пока, я фейба еще. Ой, и оптикса. Я прям вот моб докуда до конца доходит, вот я... В конце его хождения. Точно его там резну. Не знаю. Почти попробуем. А стоп, вон, ты сейчас спулишь. Юзать, Оптикс, юзать. Там юзаешь и выбираешь спек. По тактике галактики. Короче, мы сейчас здесь зажмемся. Ну вниз можете уйти, наверное. Резнуть просто и уйти, наверное. Чё вы делаете? Тату слушаем. Да, этот моб ходит, мы не знаю, я не знаю, как здесь встать. Не, да. Если бы я успел бы резнуть, тогда нормально было, я в тучке ушел бы. Я говорю, вам надо было пробежать просто вниз, и вот он до меня дошел, и все, это край его. Видишь, он до тебя доходит прям. Ну, вниз бы пошли бы, там вот между... А, там еще другой ходит, там тоже сагрит. А потом как подняться? Я не знаю, как бы... Чё, заново бежим, да? Заново побежим, и все. Давайте заново, нет, чтобы ты еще раз подальше добежал. Версия прям мне больше нравится, английская. Я, кстати, первый раз слышал. Ну, не первый, какую, наверное. Какую, английскую? Да.
Она супер охуенная. Да, что делаем? Да. Давайте, давайте без этого. Что делаем сейчас? Встаем? Конечно, вставайте. Давайте. На портале стою, жду вас. А, главхила только, ну, подними тех, кого можешь. Я подниму. Хочешь пощадок, я до конца добегу. Вы как бежите? Спрыгиваете или вот там, где спуск? А, здесь, да? Бля, я просто эти штаны где-то запутал. Да, я коктейлю. Меня не хиль сейчас, не трогайте вообще. Обиделся? Блядь, ну это опять она. Хил жив. Дрич здесь, все нормально. Дрич, убирай после нас. Ну я рядом вот и умираю. Все, все, отлично, отлично. Хил есть. Я просто не хочу близко подходить. Отлично. Идеально, поднимай его, сейчас их присамоним. Ёпти, сломался. Блядь, по-моему, просто 6000 версий смещенного звука. Я сейчас скип напишу. Я писал, писал, я сейчас еще напишу. Типа, ты говори, когда скипнут, я вашим диджеем поработаю. А он одно и то же пишет. Это одна и та же песня. Сейчас я другую ссылку закину ему. Давайте я эту сейчас ссылку кину ему на эту хуйню. Послушайте. Где, блять, флут? Копировать. Зачем нам флут слушать? Не-не-не, я этот из флуда именно ссылку. Коптик, стыкни, пожалуйста. Ну, что-то не, не работает, странно. А, нужно с сплей нужно делать. Почему не слетаю? А почему он все на одну эту же песню закидывает? Я вообще сейчас скинул All About Us. Ты слышишь, она просто в разных этих, какие-то... Не-не-не, одно и то же, прям одно и то же песня. Одно и то же, но звук какой-то другой, разный, каждый раз. Все, давайте, вставайте, Рос, ты тут? Ставьте рыбку. А чего не воспроизводит то, что я кинул? Слышишь? Да, я не знаю. Он вообще ничего не хочет, он какой-то... Нажми слэш, плей, а потом вставь ссылку. Давай, сейчас. Можем дальше пойти, пожалуйста? Да. Поставьте... Рост тут? Нет. Приступа, пожалуйста. Зачем вы сагрили моего? Все жрут. Ну и чё он не хочет? Попробуй начать скипки. Потому что он в очередь типа добавил. Нет, опять то же самое. Капред какой-то. Сейчас, подожди, давай так попробуй, слышь, стоп. Алло, алло, алло. А как я умер? А, мы все прибежали. А ты тут, мы все бежали, а ты уже дохлый тут валяешься. Не знаю, по-моему, все равно даже со всем этим, со всеми косяками. Быстрее получилось. Ну да, так. Да, получилось быстрее. Там очень душные мобы эти. Типа стопать, не стопать, сверки бьете, искры.
А ты на них эту как ловушку кинул как-то типа в самом конце, до туда уже многие не добежали. Надо было пораньше немножко кинуть, может. И потом вот ты, короче, когда второй раз побежал. Настя, кикай косты вот этому. Парашют вообще, конечно, нормально было. Ну, короче, залпы кикай, они-то прям... Ну, там это, отрыв парашют. Это было первый раз тоже так делать. Да, с парашютом вот хорошо получилось. Они же тут это, геодату починили, они все в обход начали бежать. Еще что-то делать. А вот это уже не тату. Это не тату, это наверное что-то включил. Ну это то, что спиздили. О, у тату спиздили? Да, да, да. Ну, похоже, стиль на самом деле. Ну они типа этот, на самом деле группа очень известная, типа, ну, в те времена была, типа, ну они зашкварились этим очень быстро. И их было после этого инцидента вообще слушать перестали. Даже фанаты. Это ж как это была еще песня. Ну, кто не знает, группу 3D Grace. Угу. Вот, и есть, короче, аналоговая группа, ну, типа, ну как аналоговая, типа. Ну, аналоговая, брать... это типа, ну, из-за того, что они только на аналоговых проигрывателях, да, были? Ну, типа того, да. А есть этот еще Thousand Foot Crutch, и они же там брат, сват все, и у них прям песни один в один есть почти. Ну, типа, ну они не судились чисто из-за того, что как бы они там в цвет сказали, типа, песня нравится, типа, хотим перейти. Могу скинуть, если хотите послушать. Это Роцк был такой. Альтернативный, легкий, ничего такого. Мы хотели послушать тату, но пришел тут ты, случаем каких-то уже левых чуваков. Извини, сейчас все поменяем. Фирана, знакомый ник? Это Фейерлина. А чего Бьерн пикнул? Пусть. Его хант. Не, подожди, это не Фаерлина, это этот. А, да. Это Рамзес, это Рамзес. Рамзес, да, точно Рамзес. Ну и правильно, это все кефно. Типа Бьерн всех знает, всех твинов и кто есть. Походу вообще слушал. Потому что я смотрю чат. А что, Фаерлина ливнул или что? Почему нет? Не он тут. Дон, ты как умер? Это Dead Inside пригласил этого Фирана. Кто такой Dead Inside? Вестница Донта. Я не знаю. А, это вот эти новые, о которых Боб говорил, да? Сработал? Дживс есть у тебя, Рос? Да. Поставишь перед боссом? Да. То у меня КД. А почему это играет? А включи нам робот. Попробуй next. Да, главное робота послушаем. Мы вообще с него начали. Да мы уже убили. Next не работает, скип просто. Скип. Что он будет играть сейчас? Ну, сука. Нет, давай робота. Какого робота? А, робот. Ну, у них есть песня робот, да. Понял, сейчас. Ой, ты я точно слышал, Дон? Я знаю. Я точно не слышал. Я просто так сказал, а ты типа не знал, что это они? Включай, короче. Не, я знал, что это они, я просто хочу ее послушать. Давайте я песню закажу. Включай Poets of the Fall, Carnival of Rust. Не-не-не, это уже поздно. Мы нормально, уже заказали песню. Нормальная тема. Бля, Post the Fall я запомню, блядь. Ну чё, когда будете включать, скажите. Дживс, пожалуйста. А, вон стоит Дживс. Спасибо. Сейчас шансон поставлю, охуеете. Почему шансон должен охуеть? Тихо-тихо-тихо. О, новое, нормально, пошло. Да, все работает. Хардбас качает просто.
Что это такое? А, не, все нормально. Все, гоу, пуляем. Сначала черепок убиваем. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Черву можно с пулом. А почему мы черепок убиваем сначала? Там на 25% побольше. То есть, когда убиваем его, то больше урона по боссу становится? Да, видишь дебаф на нем? На нем дебаф? Нет, не вижу. На он есть. Там рука, короче, такая. Как будто, типа, он деда. Да ебать, у меня там столько дебаф на нем, что трындец. Согласен. Вижу, расторгнутый пакт. Ладно. Да ёпты, ну и хрен с ним. Это не мой босс. Че, ты пытался дамажить в АОЕ? Нет, я пытался просто дамажить. Что делать, ты третий раз закинул? Второй. По 30 секунд. Второй раз сейчас. Вначале Геру там простоял, еще что-то простоял. Пока на одного проклятия стихи накинешь, пока на другого. Да-да. А чё, когда Бог на меня дали, он чё, я выхожу, что ли, с контроля? Да не, не выхожу, наверное. Нет. Ой, теперь меня позвали. Это АФКшить. Снялось, нет? Просто... Нет. Ну, иначе не работает. Да ничего, нормально, я дэншу. Мозочка. А, так оптикс, ты с печатью повиновения бьешь. Понял. Рофл. Я думаю, как ты меня перегоняешь, типа, я же машина. О, кондёр. Не выпал снова. Ну, блин. Вот этот. У нас как раз РДДшников немного. А я нет, оптикс, я не бил с печатью повиновения, я с этим... Кстати, это котик, ты бери себе. Древковая, посох, точнее. Ага. Ты 7-го кто-то заказывал? Плащ с парированием. Этот. Ну это с парированием нахуй надо. Я хотел вот и кашки, только у него такой есть уже. Я чисто способ взял, что вдруг когда-нибудь меткость придется добивать на будущее. Да, у меня такой есть просто уже. Вот было бы на нем мастерство, я бы обрадовался вообще. Ну это тебе в этот надо. На уню. Че там за пол можно было? Че вы скидываете? Я тут мобов нашел, например. Ничего, кстати, оптик, скоро будешь этот передамаживать. Бля, я их застанил, главхил, я ничего не смог сделать. Ты чего вперед побежал? Ну, на босса куда, КП. Это если сролишь, три претендента. На что? А, на кстати, что? Нет, на голову только два. А тут почему? Ну, у кого есть перчатки? Если есть голова. Нет, у кого есть перчатки. Может, выступлю, я еще не знаю. Рос, не, а, ему голова уходит. А мне почему-то, Влад, перчатки не ушли. Да, а что, ну, тогда, если не ушли перчатки?
У него голова была. У меня уже голова давно есть. Да нет, здесь же типа это пуга рейд. Типа мы собираем, типа каждый кто соберет. Или это статик? Какой это статик? Это только оптик статик, а фейп нет. Так, бля, ну это какие-то такие правила, типа, знаешь. Ну, взяли меня, кинули с перчатками. Ну да. Так мы не знали, что у тебя есть голова. Ну ладно, он говорил тебе, да, ролите, короче. Who's the fall хотели включать. Че, включаете? Ну что тебе включить? Карнивал. Да, в смысле, тату включай дальше. Сейчас. Только, ну, помимо робота. Я уж подданься по него. Куда или нет? Здорово все. А Клавхио только у нас нету. Не, на робота не попал. Мы уже возле ласта. Че, тут без танка, говорят, можно, да? Не знаю, не пробовал. А че там? Не, лучше с танком. Нам этих элементалей надо будет. А мы делаем там какой-то этот ачивку-то сбивать, что-то надо. Там в один день одни стрелы, в другой день другие стрелы. Даже у нас не делают в мейне. Ну мы хотели, но мы оба раза, по-моему, обосрались последний, когда мы его делали. Гоф! Гоф, гоф, гоф! Пошли. Я сейчас... Короче, 2007 не зашел вам, да, получается? Да я не могу, мне почему-то не хочет запускать. Чего? Да я пытаюсь целый список, типа, ну, плейлист закинуть, а он не хочет, он пытается видос открыть. Зачем мне этот видос? А это, наверное, на музыку нужно делать прям ссылку, на, типа... Так у меня YouTube музыка, нет. Конечно, я не знаю, на полное видео, наверное. У тебя полное там видео или у тебя отдельный, там, типа, плейлист там на YouTube? Вообще-то, Дон, не на этот, не на YouTube видео нужно скидывать. Ой, не на YouTube этот, мьюзик надо скидывать, а на YouTube видео. Серьезно? Да. Блин, ну, ой. Так нет, я ж скидывал эту другую песню. Подожди, я включал с YouTube музыки, свои плейлисты уже. 25-ки слушали, когда там пару дней не знаю. Странно. СС, глав хилу кидать? Угу. А у тебя есть станок? Нету. Нету? Дриш, 6700, что за ужас? Так нету, блядь, бафы. Да рассказывай. Да я тебе говорю. Смотри, всех РДДшников перегоняю. 6700 я вижу. Ну да. Нет. Ты с конца обгоняешь их, да? О, так я на первом месте, вы видели? Смотрите все быстрее, пока не слетел. Они убрали все, вообще все, блядь. Спекнули мне выручку только, чтобы хоть метки сдавал. Но у нас рейс миликов, они вон, милики дамажат, отыгрывают за все. Тварь трика просто. Да им на месте, не дёргаемся. Ну, вроде как, лок достаточно автономный, парень. Ну да, 5% крита им вообще не надо. И хоста ему тоже вообще нахрен не нужна. Зачем? А хоста у тебя есть. Мне больше совиной нравится. У совы нету хосты. Это тебе так кажется. Так у ретрика 3% дает. Вот именно, всего лишь. Ну, а так сова тоже 3% дает. Она 3 дает? Да. Я хз, сколько она дает. Ну, Рос вообще считает, что он не дает ничего. Я вообще считаю, что сова не дает хз. А че ретрик вообще не сова, дает? Аркан дает 3%. Сова ж, по-моему, не дает. 3% урон, они урон дают. А дайте контроль. А, точно контроль. Она сейчас не снова хива убьют. Рочка, прозьми штучку, отдай. Сука, где штаны, блядь? Все, я двоих законтролю. Тем более я еще контролю, вот, понял? Проклятие кидаю, 13% маг урон. Лишний ГКД трачу. Нежно поморожен, короче. Алхи, успеешь себе закомить пиларчик от большинства из них? Че он подойдет? Стоим на месте. Я не могу... Можно это, Арана убить? Вот я, короче, загнал одного элементаля в стену, и все, и он как бы там и стоит, я не могу его контролить. Другого про контроль. Ну, я контролю одного. У нас три, блядь. Всего один, нет, один всего бьет. И тот танка бьет. Бьют три. Ну, один точно один, в бане стоит. Один в бане стоит, в другого фера.
Я уже отдал кап. И сначала стойте на месте, а потом... И сейчас добьем уже. Ну, он-то не будет никакого контроля. Ну, Ретрик лучше, просто всех передамажил. Вы видели? Еее, 7 камня. А кто танчит у вас? Да, нормально. Танк, танк. А ну, в босса покажите урон, это я ж типа на уешил или нет? Кого ты там на уешил? Не знаю, по левым. А, нет, я вообще соло в босс. Так я топ-1 в босса. Получен урон врагом, тень рана. Ебать. Да, ты... Просто лучший, ой. Надо там, ой, ну приятно, делать. Приятно. А ну отдайте мне Т4. Кто там забрал Т4? Отдайте мне. Кто вы даете Т4? Он 6к дает ДПС. Стыдно, стыдно, оптик, стыд. Кстати, перчатки. Ой, ботинки мне нравятся. Даже я больше дал. Надо это. А кому? Кто сказал, что там эта голова-то есть? У кого? Дайсь. Ну, кстати, да, вам импакт внесет. Я на бурсте 9 давал. Хорош. Бля, да, у меня просто здесь еда. Ля-ля-ля. Еда с холодильника остывает. И? Можно так его не допустить? Пройдешь же не зашло? Пройдите срок, можно? Чего можно? Ну, пожалуйста, скипнись. Крейзи Фрог, можно? Крейзи Фрог, нет, нельзя. Ну, я, почему? Правда, я все равно не слушаю, мне все равно. Все, на всех повесил рост, как ты любишь, как просил. Алло. Видишь, ВРшка сразу топ-1. Ну... А ты топ-2. Потому что повесил на всех. Не, потому что я прожал. Треньку прожал, который 2 минуты. Да. О, пошло. Мне кажется, понял, как это включать просто, да. Что это такое вообще, блядь? Пошло, говорит, прям. Заебись, пошло. Ага. Ну что, сейчас-то? Сейчас исправимся. Это твой плейлист типа в машину? Ладно, заслуженно. ГПшку дай ему сейчас дашь. Дальше не идите фейку, давайте почему не, а то он заблудил, блин. Так и дом заблудил. А, так это этот, вдоль ночных дорог, нет? Нет. А мотив такой. Тан-та-тан. Или да, кстати. Ну похоже, по мотиву, да? Да, да. Знаешь ли ты? Все, фейк нашел. Сразу взял, выключил, все. Ну нельзя так. Ну, командный игрок. Берешь... Вроде идем в это, как в одного хила, да, до дэшеров не прибавилось. О, дайте мне первый синий луч полутать. Я прям фейк на бурсте дам хорошо. Край, нам все равно. Все, спасибо. Ты просто не дохни только. Вот если ты дохнуть будешь, то тебе ГПшку влепит. Да нет, ну какое, я не умею дохнуть. Да я не знаю, ну просто как по мне, так надо меняться лучом на там 15. Вот тебе этот, нас не догонят. На 20 я бы сказал меняться. Мы так же, да, как в тот раз будем это умирать? Так, давайте просто в ДЦ-шку спекнем в РФ и все. И что, толк-то все равно умрешь с одного тика. Даже с этим с ДЦ. А сколько там читы? Там даже не как ты 5? Ну, 1006 читов. Почти, а у Ангриса абсорбил. Соло все. Что он в соло все абсорбил? Ну, в ДЦ-шке. Ну что, я что? Я имею в виду ласта. Ну ты имеешь в виду, что он в соло отхилил ласта. Ты имеешь в виду, прохилил. Да.
Ну, мы, он не про это говорит, он говорит, кинь на щиток, чтобы если лужа кинется на синего... А, не, конечно, его там еще до лужи съест этот щит. Да. Ну вы дадите мне фул подержать? Да и держи, конечно. Так мы все фул будем держать, ты главное не сдохни. Я постараюсь. Почему все? Я не собираюсь. Ну... Да я понял, что... Я даже тарелку с едой в сторону оставлю. Хорошо. Я так волнуюсь. Так, тактику посмотрели все, там Кубо прессовал. Приста бафа Войд Фьюри нету. А вам рыба нужна? Давайте поставлю. Ну давай. А вот тебя, потому что нету бафа, поэтому ты поставил. Я понял. Не, масла на ап нету. Ля-ля-ля. А что это за удрученная целительница Страж Главхила? Что это такое? Страж Главхила. Значит, у Главхила есть какой-то питомец, который за ним бегает. У меня вот, смотрите, какой. Получше, чем у Драща. То, что у тебя получше. Господи. У меня вот такой есть.